Коноплев Алексей Александрович родился в 1921 году в Вологодской области. Вместе с матерью переехал в Новский район Псковской области. В 1938 году поступил в Ленинградское военное пехотное училище. Накануне войны Алексей Александрович Коноплев окончил училище и был направлен для прохождения службы в Карело-Финскую ССР. Погиб 11 сентября 1941 году. Пишет однополчанин матери погибшего Коноплева. Здравствуйте, Филатова Христина Васильевна. С горячим приветом к вам, друг и товарищ по учебе в училище с вашим сыном Коноплевым Алексеем Александровичем Александр Дроздов. Неоднократно читая ваши письма и открытки на имя командира о вашем сыне, боевом командире, участвовавшем в освобождении нашей Родины от немецко-фашистских оккупантов, сообщаю. Сын ваш, Коноплев Алексей Александрович, участвуя в бою 11 сентября 1941 года, проявил мужество и отвагу, геройски пал смертью храбрых за свою Родину и наш народ, за нашу счастливую жизнь. Так что, мамаша, имя вашего сына Алексея всегда будет храниться в наших сердцах, и его подвиги и геройство никогда не забудет народ. Дорогая мамаша, желаем вам счастливой жизни, а мы, бойцы, командиры и политработники, с честью оправдаем доверие народа и будем драться до полного уничтожения немецко-фашистских оккупантов.